Надо действовать аккуратно. Не убежишь!
Джесси! High position, Gere. Я хочу пустить этим кран! Последний жизненный урок. Нам удалось найти врага нашего фараона. Скорее! Мы должны отвезти этого негодяя к фараону. Сохранили мне жизнь? Напрасно! Убейте всех этих шелудивых псов! Сохранили мне жизнь? Напрасно! Держите! Я все сделаю! Эй! Смерть слугам Птолемея! Убейте всех этих шелудивых псов! Задержите! Освободи меня! Освободи меня! Слышишь? Будь на чеку, брат. Здесь ничего нет! Лучше проверь. Слышишь? Освободи меня! Ты Баек из Сивы, верно? Тот Меджай, что смог пересечь пустыню. А я Теодор. Один из тех, кто бьется с филакитами. Оттого и угодил в клетку. Да, сплоховал. Я ищу Дерата, мерзкого слугу Птолемея, ненавидящего египтян. Убийцу отцов, матерей и детей. Я не успокоюсь, пока не прикончу эту крысу. Одолжишь свой меч? Держи. Исполни долг. Славно. Я пойду в Вакхи к своим воинам. За мной! С каких это пор греки сражаются на стороне египтян? Вот тупица, что... По отцу я египтянин! Правда,
Я уже давным-давно оборвал все свои связи с Грецией и решил очистить мир от подобных дератов. Почти достиг цели. Мы укроемся здесь. Подготовим новую атаку. Пойду к своим. Почти достиг цели. Нашли лагерь, но их было больше. Нам пришлось отступить. Лазутчики врага схватили меня. Пытались узнать, где мои солдаты. Надо спешить. Что ты делаешь? Эй, оружие под рукой? За мной! Не отставай! На чем мы остановились? Тогда ты направил их в западню. Умно. Я всегда верил в моих братьев, но не ожидал увидеть в союзниках Меджая и Сивы. Он мой! Я выпотрошу тебя! Войны вовсю славят тебя. Мы долго выслеживали Руджика. А тут ты прикончил его в одиночку. Ты преследуешь иные цели. Но иногда даже наши пути сходятся. Верно? Что правда, то правда. Мы укроемся здесь. Подготовим новую атаку. Пойду к своим. Дрянь. Они прислали лазутчиков. Теодор! Дерата нет в лагере. Он сбежал. Дерат сбежал. Нек, как же я устал за ним бегать. Что нам делать? Обхитрим их. У нас появилась возможность убить двух зайцев одним ударом. Дождемся возвращения Дерата в лагерь. А пока попробуем взять в плен его песца в Каранисе. За моими людьми ведут охоту и тут же схватят. А тебя не знают. Приведи нам песца. Уж мы его разговорим. Где его искать? По ночам он отдыхает во дворе. Днем же его можно найти около храма или на террасе возле озера. Опрятно одет и, что неудивительно, окружен стражей. Не пропустишь. Oh.
Один. Оран вулимит. Хватит ходить за мной по пятам. Нам был дан строгий приказ. Не отходить ни на шаг. Дират мнителен. Это глупо. Легат просто не хочет рисковать. Напасть могут в любой момент. Всем нужно быть наготове. А вот и писец. Пьян. Мертвецки пьян. Куда? Куда? Нужно вернуться в Вакхи. Писец может быстро прийти в себя. Да,
Хайп Фессишн Гере. Что ты делаешь? Славно. Молодец. Он у нас заговорит. А пока что соберем все отряды. Некоторые расположились к западу от Цахнапаю. Ступай к ним. Я прибуду следом. Положим конец злодействам Дерата. Ты знаешь каждый закоулок в Каранисе. Где Дерат? Где он? Кто это? Я таких не знаю. Ложь тебя не спасет. Прошу, хватит. Так от... Что? Эй, что? Задержите! Я все сделаю! Помогите! Держите! Я все сделаю! Вижу цель!
Уйти! Я все сделаю! Что? Попробуй это. Ах, держите их. Я дам сигнал. Я выпотрошу тебя. Что за... Вот тупица, что ты делаешь? Пьянь какая-то. Смеешь обвинять меня, трус? И это после того, как целых... Мы точно вспомнили все части ритуала? Уймись уже, наконец.
Не сомневайся. Если умрет наше дитя, я тоже. Нет, мой Лотос, не говори об этом. Я отправляюсь к дому провидца. Не трогай меня. Жрец. А, Баек, ты прости, я... Я ищу ящерицу. О, ящерицу? Еще одно несчастье Мемфиса. Город стонет под тяжестью проклятия. Болезнь, гниение, тлетворное зловоние. Бык Апис болен, он умирает. Боги нас покинули. Люди ждут от меня помощи, но я и сам брожу во тьме. Паш! Апис, что же мы сделали не так? Паш! Проклятье коснулось и моей семьи. В этом году трое наших детей погибли еще до родов. Жена опять на сносях, но если умрет и этот... Я займусь этим проклятием. Нам поможет провидец. Его дом на юго-западе. Если это воля богов, я приму их наказание рядом с тобой. Мой лотос, Таим-Хотеп. Надеюсь, что она не будет на меня сердиться. Это. Расти же, свет! Приди же, свет! Мое дитя! Наконец ты пришел! Кто это такой? Это Избавитель. Долгие годы я ждал его. Что? Ты спаси мое дитя от верной смерти. Давайте начнем ритуал. Принеси мне котел. Я повелитель того, что скрыто. Бесплотный дух, что парит в вышине. Я слуга великого бога. Сотис, сегодня я взываю к тебе. Ответь мне, ничего не скрывая. Пусть твои глаза увидят. Лишенный влаги, да выйдет сюда. Сотис, да откроются их глаза. Да откроются твои глаза. Thank you.
заплутать бы. Что это за проклятое место? Что это там? Что это? Вроде гробница? Нужно идти, или я сгину в песках. Мне нужно идти на свет. Пожиратель душ. О, вы вечные стражи, что хранят врата. Те, кто пожирают души мертвых и поедают их тела. Я долго шел сюда. Я повидал многое. И теперь я один из вас. Анубис, царь мертвых. Может, старик меня отравил? Да! Так! Яд! Я тот, кто прогонит разрушителя! Царь мертвых!
Может, старик меня отравил? Да! Нак! Я! Ты не сожрешь мое сердце! Таков уязвим! Я тот, кто прогонит разрушителя! Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо! Ра, защити! Анубис, царь мертвых. Может, старик меня отравил? Да! Так! Я! Каков уязвим? Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо! Ты не сожрешь мое сердце! Ра, защити! Анубис, царь мертвых. Может, старик меня отравил? Да! Так! Я! Анубис, царь мертвых. Может, старик меня отравил? Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо! Я тот, кто прогонит разрушителя. Кра, защити! Каков уязвим? Ты не сожрешь мое сердце! Пускаю стрелу в небо! Он слабей. Ибо я тот, кто вяжет узлы и хранит святилище!
не сожрешь мое сердце! Царь мертвых! Может, старик меня отравил? Я готов уязвим! Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо! Прогонит разрушителя. Он слабеет. Раз, защити! Ты не сожрешь мое сердце! Царь мертвых! Может, старик меня отравил? Прогонит разрушителя. Он слабее. Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо.
Вернись в море хаоса! Не дамся тебе, разрушитель! Око Ра направит меня! Мое время не пришло! Нет, я не отправлюсь в долину тьмы! Познай ярость Бога Солнца! Пришло! Я не дамся тебе, разрушитель!
Я прошел через гробницу, через тьму и мрак. И вот я здесь. Я пришел. Эй, папа! Я великий охотник Орион! Они вернулись, спаслись от того, кто призывает тьму. Мой ребенок жив. Хвала богам. Что ты видишь? У вас с ней один и тот же враг. Не ешь пищу из храма. Готовящий ее травит твое чрево плотью мертвых. Иди, убей отравителя, избавь Мемфис от его черных дел. Хвала тому, кто спасет всех нас. Айя! Любимый. Как ты? Как же я рад тебя видеть. Что-то странное есть в твоем взгляде. Что мучит тебя? Сны. О сыне. Байк. Жену верховного жреца отравили. Провидец считает, что ее отравил наш враг. Ящерица? Думаю, да. Жизнь быка Аписа тоже висит на волоске. Отправимся в храм. По пути сможем поговорить о твоих снах. Идем, возьмем лодку, так быстрей. Ну, расскажи, каково это быть Меджаем всего Египта? Порой это все равно, что следить за муравейником. Но я рад помогать людям. Я тоже. И рада, что служу царице. Говорила с верховным жрецом? Да. Рассказала о прибытии царицы. Она едет в Мемфис? Да. Изгнанница возвращается в сердце Египта. Это насторожит Птолемея. Как я счастлива тебя видеть, Бай. Айя, только ты еще греешь мое сердце. Будь рядом со мной. Но я обязана служить царице. А как же мы? Наши узы прочны, но мы оба видели, что сделал Орден. Мы можем бороться плечом к плечу. Я обещала царице. Почему она так важна для тебя? Она поднимает мой взор к небу. Я буду помнить о нашей утрате вечно. Но я должна создать мир, далекий от бед и скорби, чтобы ни одна мать никогда не страдала так, как страдала я. Я убью ящерицу и... Когда ты убьешь ящерицу, я покину Мемфис. И я за тобой. Поохотимся так же, как раньше.
Ты говорил, что твой разум тревожит сны. Хочешь о них рассказать? Нет. К чему тебе тревоги? Ну, когда-нибудь мы поговорим о них. Позже, когда все уляжется. Когда все уляжется? И когда же? Скоро, надеюсь. С чего начнем? Пойди осмотри храм, а я поговорю со жрицами. Конечно. Грязная работа мне. Баширин Птах велел проверять воду для быка. Подношение для быка. Не опасно. Твоя шкура потеряла блеск сияющий. И бока исхудали. Дай, Хатор, тебе сил. Лучший выход – насквозь. Косточки. Отцовская скотина от них дохла. Нужно обыскать место, где хранится корм. Я найду тебя, отравитель. Эй, ты кормишь быка? Нет. Этими делами занимаются жрицы-близнецы. Не знаешь, где хранят его корм? Вон в том доме, возле лестницы. Но его закрыли неделю назад, когда бык заболел. Спасибо. Бык мог заболеть, отравившись кормом. Но наверняка я не знаю. Нужны еще зацепки. Пища для быка. Остальная, наверное, в этом сарае. Косточки. Если бы Каописа кормили ими, ясно, почему он болен. И ожерелье. Я помню, на одной из жриц было похожее. Посмотрим, может, у второй нет украшения на шее. Я служу Клеопатре. Так я и знал. У одной из жриц нет ожерелья. Расскажите, как вы проводите день? Каждый день одинаков. Сперва молитвы, затем подношения. Освящаем пищу. Кто-то приносит воду и убирает за ним грязь. Хитрый способ отравить животное. Сестры, я уверена, это случайность. Одна, может, но не Буши. Мы спасали Панкрата! А? Кого? Нашего брата! Злодеи похитили его, когда мы зашли на рынок. Они велели нам отравить бога. Грозили скормить брата крокодилом, если... С тех пор мы не можем сомкнуть глаз. Мне так жаль, но как иначе? Мы бы... Что-то не так. Это не проклятие. Это явно дело рук Ордена. Иди в храм, Хатор, без меня. Я не могу оставить жриц. Oh,
С дороги! Будь осторожна. Так может, хоть воды предложите? А может, я тебе в глотку помочусь? Так и по... Эй, Панкрат. Да? Боги прислали храброго воина спасти меня. Ты ранен. Я донесу тебя. Расскажи о похищении. Не хочу говорить об этом на людях. К тому же, от боли я совершенно лишился сил. Это мой дом. Здесь безопасно. Давай поговорим. Не хочу посвящать сестер в детали моих злоключений. Ладно. Похитить меня приказал жрец Анубиса из Великого Храма. Это человек Пашерент-Птаха. Где его найти? Он носит синий шарф и жутко кашляет. Ящерица. Он заплатит. Панкрат! Ты ранен? Они тебя били? Меня связали. Давали немного хлеба, будто нищему. Ну? Похоже, ящерица. И мне снова придется обогреть руки кровью жреца. Орден повсюду. Чтобы защитить Египет, я готова убить и тысячу жрецов. Мы с тобой избрали насилие. Раз и навсегда. Расскажу Пашерент-Птаху. Он во дворце. Здесь рядом стоят лошади. Чего же ты ждешь, любимый?